Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. В Бричанах и Сороках будет до 27 градусов, в Бельцах на 1 выше. В Аргееве прогнозируют 29, а в Тирасполе 30 градусов. На 1 выше будет в Лёво. В Камрате и Кагуле воздух прогреется до 32 градусов. В столице также переменная облачность. Днем прогнозируют 30 градусов, ночью 16. В ближайшие сутки температурный максимум составит 31 градус, а ночью столбики термометров покажут от 13 до 17 градусов. И о погоде в Европе. Завтра в Мадриде и Риме ожидается 34 градуса, а в Париже 23. В Лондоне пройдут дожди, а воздух прогреется до 21 градуса. В Берлине синоптики обещают до 24. В Вене и Варшаве прогнозируют 27 градусов. На 1 выше будет в Будапеште. В Белграде температурный максимум составит 32 градуса. В Праге ожидается 25. В Бухаресте будет 33 градуса. На 3 ниже ожидается в Анкаре. В Киеве будет 28 градусов. В Москве 25 и облачно, в Афинах температура поднимется до 35.